На четвертом месте у нас довольно громкая история, в общем-то, абсолютно трэшевая, но при этом такая немного зловещая, я бы сказал. Все вы эту историю знаете, где-то в октябре месяце, когда начались бомбардировки Сирии посредством российских самолетов. Во время трансляции прогноза погоды на канале, кажется, «Россия-24», ведущая такая милая такая девушка праздничная, стройненькая, при всех делах, сказала, ну, своими словами, естественно, передаю, что вот очень благоприятная сейчас в Сирии погода для бомбардировок, очень хорошо для наших Су-24 и так далее, видимость от 4 до 10 километров, песчаных бурь нет, так что давайте, ребята, бомбите на здоровье. В общем-то, если учесть то, что жертвами бомбежек становятся не только гнусные террористы, но, как об этом сообщают постоянно и мирные жители, да и вообще бомбежка, как бы это не праздничная вещь. Это вещь такая в высшей степени неприятная. На кого бы эти бомбы не сыпались, из чьих бы самолетов они не сыпались. То есть это война, это смерть. И вот придавать этому такое вот веселое, праздничное практически настроение, это, конечно, но это надо быть серьезно больным человеком. И диагноз этот мой относится, я думаю, не столько к ведущей, которая, естественно, смотрела в свой телесуфлер и озвучивала то, что там было написано, а к тем, кто создает подобного рода передачи, а в первую очередь к тем, кто руководит такими телеканалами.